Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Ребят, сейчас на часах у нас 3 часа 20 минут. И, ребят, не дня, ночи. Да, вы не ослышались. 24 число 2 месяца 2024 года. Сейчас в 3 часа ночи идет стрим, поскольку стрим продлевали, причем продлевали неоднократно. Начали мы этот стримчик с ребятами в 8 часов вечера по Киеву и засиделись мы сейчас до, получается, практически половины четвертого утра. Благодаря некоторым меценатам, за что им отдельное спасибо. И вот в процессе стрима сейчас вот в начале четвертого ночи прилетает подарок от игрока с никнеймом Рву Писечки. Великолепный никнейм. Ребята прожали кучу лайкосов в чате за то, чтобы открыть подарок сейчас, не дожидаясь утра. Да, сейчас на прямой трансляции у нас более 55 зрителей находится, если я правильно все вижу. И что находится в этом подарке, я не знаю. Реально. Ни о чем никто ни с кем не договаривался. Ребята вот на стриме, Артем 5049 и многие другие ребята могут подтвердить, что во время стрима я ни с кем не переписывался, ни с кем не общался. Ну и вот так вот и получилось. Ну что, ребят, давайте будем распаковывать подарок, смотреть, что там. Единственное, что мне придется сдерживать свои позитивные эмоции, потому что сейчас все-таки полчетвертого ночи, и я реально, ну, могу просто разбудить соседей или получить по голове от родственников, которых разбужу. Поехали, смотрим, что нам там прилетело. Круто, круто, спасибо большое, это очень приятно. Во-первых, сам наборчик очень крутой. Я очень благодарен, даже несмотря на то, что вот эти коллекционные машинки, они у меня в коллекции есть. Но я за них получаю компенсацию голдой, плюс к тому, ребят, а это очень немаловажно, я получаю 3 слота в ангаре и плюс к тому получаю 390 сниппетов, за которыми я очень сильно гоняюсь. Собираю их по крупице, собираю из всех возможных источников их получения, из ивентов, играя в рейтинговых боях. Короче говоря, изо всех возможных источников и благодарен каждому, кто присылает подарочки со сниппетами с этими, потому что я очень сильно хочу себе не просто, вот как я уже открыл себе восьмерку, но и дойти аж до самого конца и в максимальной комплектации данную машину оставить себе на память в ангаре, да и не просто на память, а играть на данной тачке. Вот такое вот открытие получилось в полчетвертого ночи. Друзья мои, я искренне желаю вам получать удовольствие от игры, искренне желаю вам получать подарки. И если вы имеете возможность дарить подарки своим друзьям, дарите. Это неимоверное ощущение, просто неимоверный какой-то прилив позитивной энергии, в которой нуждается каждый из нас. Как всегда, искренне ваш и от чистого сердца, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, но уже утром, когда проснусь. Пока-пока. А нет, ребят, нет, вот так вот. По-моему, кто-то меня начинает потихоньку мучить подарками. Не успел я начать прощаться с вами. Там уже чат немножечко потихоньку начинает оживать, потому что ребята пообещали, что будут вести себя тихо. И нет, прилетает еще один подарок. Это просто чума. Такого я не ожидал, ребят. Хорошо, что не успел выключить запись этого видео. Так, продолжаем. Это действительно становится интересным. Что у нас в этом подарке? Еще один точно такой же набор. А это значит, что прилетает еще дополнительно голда и еще 390 и плюс еще 3 слота в ангаре и бустерочки. Забираем это все дело. По-моему, ребят, то ли я реально сейчас уснул, опять проснулся, и у меня пошло дежавю, то ли это действительно два одинаковых подарка прилетело. Круто, круто. Давайте посмотрим по поводу компенсации, кстати, что получаем по компенсации. Получается, что с каждого набора, с этого я получил по 400 голды, того получается 800 золотом прилетело, 6 слотов в ангаре, ну и плюс еще сниппеты. Вот такая вот красотень у нас получилась. На данный момент вроде бы как бы у меня все. Если не успеет прилететь еще один подарок, я
как и обычно, буду снимать специально для вас следующее видео. Вы, друзья мои, подписывайтесь на канал, если вы хотите видеть абсолютно разношерстный контент и неоднообразные видео. Даже в 3:30 ночи я спешу для вас видосы. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Так, друзья мои, не успел я с вами попрощаться, у нас продолжался стрим, и на практически самой позитивной ноте, которая была, мы записали на стриме в прямой трансляции открытие 2 подарков, все, благодарили того, кто подарок прислал, обсудили, как записываются видео у меня на канале, и вот на тебе, спустя буквально там... каких-то несколько минут прилетает третий подарок, еще один, и от того же самого человека. Причем мы сейчас на прямой трансляции, как я понимаю, мы не можем вычислить, кто это делает. Но то, что это кто-то делает из тех, кто на прямой трансляции присутствует, это однозначно. Потому что не могут, блин, один за другим лететь подарки через каждые там пару минут в 3:30 утра. Что, открываем, распаковываем подарок, чего у нас там? Ух ты! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, класс! Ребят, если бы я сейчас мог кричать, я бы сейчас кричал реально, вот, реально на весь дом, серьезно. Ну, просто ночью это невозможно сделать. Целых 10 тысяч спайса, это 10 уровней открытых, дополнительных, и 2 дополнительные боевые задачи. Вот как раз очень кстати... А конкретно сейчас, вот на стриме, которому еще продолжаться, если я правильно вижу, 20 минут у нас до окончания стрима. Не обращайте внимания на таймер, у нас просто там неровное время получилось. Что у нас получается по наградам? Я, короче, забираю дополнительно 10 левелов. Огромное спасибо... Мне сложно реально произносить этот никнейм Рвуписечки, но Рвуписечки вообще или красавчик, или красавица, не знаю кто и кому там чё рвет, но бог в помощь, как говорится, у каждого свои забавы. Спасибо большое, это было безумно приятно, все просто супер. И плюс к тому получаю новый квест для выполнения. В общем, короче, ребят, ночь удалась, реально. Это самая крутая игровая ночь, которая у меня когда-либо была. Вот так вот получается. На данной приятной ноте в очередной раз я с вами прощаюсь. Спасибо большое Рвуписечки за великолепно приподнятое настроение. Ребята тут меня донимают игрой во взводе посреди ночи. Ребят, пошел добивать стрим до конца, если сейчас не случится так, что его еще продлят или пришлют еще какую-то кучу подарков. Но если пришлют кучу подарков, ребят, я, как и в этот раз, просто дозапишу и доприклею, и все будет нормально. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.